Здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем с вами прохождение Tomb Raider. Центр, мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший разведотряд. Ну, как красиво мы его сделали-то, а? Отлично. Так, вот стрелы появились. Так, у нас стрелы есть. Так, что нам надо сделать? А, нам к медведю все-таки надо пройти, да? Вот тут вот убили кого-то. Так, никого. Пошли дальше. А, черт. Тихо, 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 тихо. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом. Но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое и вернемся с добычей. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Они еще где-то там. Отлично. Сейчас пойдем прочитаем, что там за столб. Блинки рубит. Надо его оттуда снять. Чтобы выстрелить на огнестрельный круг врага и во время прицеливания. Не понял. А, ядовитая стрела. Прикольно. Ух ты. Испытание пройдено. Отлично. Что-то кредит какие-то дали. За исследование получили кредит. Наверное, можно покупать наборы карт. Что они дают, интересно? Так, давайте манускрипт это или как мы там называем? Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у... Так, какого хрена? Готов. Там он еще один. Вдалеке. Так, стоп. Обыскать тут. Ну стой, уйди. Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты. А Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль. Так, давайте посмотрим, что там документы. Один документ. Несгораемые ящики, тайники с монетами. Я еще не нашел, да? Опа, в большинстве записей прославляется военная победа, но, похоже, они оставили что-то в этом районе. Ага, отлично. Тайники с монетами найдены. Давайте сходим. Ух ты! А вот здесь мы не были с вами. Сейчас мы сходим. Да, давайте-ка сходим, мне интересно просто. Вот, я из-за этого вару и взял. Так, походу, нам пока не надо. Что мне... Можно здесь много интересного находить. Так, и дальше нам туда. Ага, пошли. Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек.
Внимание, связь не вос... Так. Установлена. Возможны помехи при передаче. А, все, я понял. Мы сюда потом вернемся. У нас же нету этого. Да-да-да. У нас нету. Давайте последнюю вот эту заберем. Здесь вот реликвия тоже. Так. Документ. Вот здесь как документ. Еще в пещеру. Так. А как включить и выключить точку маршрута? Так, пойдемте туда. Правая кнопка мышки, прицел, левая кнопка мышки, чтобы выбросить. Взрывать можно, понятно. Мы до сих пор не нашли пропавший разведотряд. Это главное задание. Мы, по-моему, здесь были с вами, да? Нет. Были. Были же. Да. Реликвия здесь. Да-да-да. Пошлите. Так, забираем вот это вот. Монетки. Где они тут спрятаны? Где монетки-то? Мы прошли, да? Так, и... Тайниксмен. Все, пойдемте теперь к медведю. Так, отравленные стрелы. Я помню. Черт, он еще тут. Сейчас мы его. Одолейте медведя. Так, если нам как-то наверх забраться, можно? Нельзя. Сюда иди, да? Эй. Грибочки. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Беги! Беги. Так, а чё у меня стрел-то нету? Интересно, блин. Еще. Че, опять? Давай.
Дохнешь? Выиграла время. Упс. Понятно. Ай. Понятно. Да ёптель-моптель. Блин. Понятно, короче. Блин, да как укрываться, блин, от этого, от него? А, вот, С. Давай его разделывай, столько шкур будет. Подарочные наборы. Отлично. Очко навыков. Ну сейчас, я думаю, там будет дальше уже. Беглец пересек пределы империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ ордена был четким: преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах земли и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад, а он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков империи, но здесь, вдали от родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. А пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Так. Ну, открывай. Деталь пистолета. Отлично. Нет, пистолета-то еще нет. Кстати, а чё она не подобрала у этих, блин, автоматы там всякие? Пистолеты. Ледяная пещера. Теперь он углубился в землю русов. Такое чувство, что он дразнит меня, подпустит на день пути и тут же снимается с места. К зиме я домой уже не вернусь. Я остановился в деревеньке у озера под названием Светлояр. Наслушавшись речей пророка, ее жители отказали мне в приюте. Пришлось заночевать на берегу озера. Какой-то юнец с иконкой пророка на груди попытался убить меня во сне. Пришлось показать на его примере, что ждет таких нечестивцев. После этого люди стали злобно коситься в мою сторону и плеваться, когда я прохожу мимо. Нужно скорее уходить. Безумие пророка расползается подобно заразе. Так, а там... Зачем мне наверх? Ну-ка, может, что там есть? Нету? А, ну мы это отсюда пришли, значит, понятно.
Тесновато тут, однако. Черт, холодно будет. Холодит. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Так, воду холодную, блин. Так, чтобы нырнуть, сдерживайте правую кнопку мыши. Так. Там что-то есть, наверное. Не зря же такие делают местечки. Пайца. Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен». Так, реликвии. Еще одну найти, документы еще три. Так, тут гробница еще какая-то. Так. Доступны навыки. Два. Так, давайте посмотрим. Выживание. Что у нас тут? Это изготовление. Не надо. Делать бомбы. Ага, могут дать дополнительный опыт. Вот это. Так, здесь у нас что? Это не надо. Это тоже не надо. Я вот это, наверное, возьму. Да. Так, теперь у нас есть оружие. Давайте-ка мы его попробуем улучшить. Так, удерживать. Ну, давайте. Так, теперь одежда у нас. Не надо пока. Так, рукоятка. Легче удерживать двумя руками понесение ударов, которые могут подвергнуть даже бронированных противников. Окей. Так, рюкзак. Что нам тут? Экипировка. Так, тут пока ничего не надо. Боеприпасы. Дерева нет. Плёхо, плёхо, плёхо. Так, ну-ка. Пойдемте. А, вон еще что-то там было. Денежка, денежка, денежка. Побежали дальше. Найдите вход в гробницу. Ага. Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Интересно. Ну что ж, пойдемте-ка найдем.
Вот и вход. Сейчас посмотрим, что там за гробница. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Давайте-ка сходим. Я, конечно, хотел бы потом, но ладно. Дополнительная гробница испытания. Наверное, там что-то есть. Так, давайте-ка посмотрим, что тут можно сделать. Я должна справиться. Наверное. Куда ты денешься? Мария Адула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной шестеро лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провианты и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремну. Не спи, замерзнешь. Так, а тут вот, я так полагаю, куда-то можно прыгнуть, смотреть или нет. Можно, а дальше что? Ничего дальше. Ага, я понял вас. Надо как-то расколоть лед. Сейчас я прыгну туда на нее, она, мне кажется, раскачается. И... О, так вот надо. Да, получилось. Так, отлично. Давай, раз, раз, как заяц. Этот сосуд. Думаю, его можно как-то передвинуть. Давай, двигай. А теперь... Побежали, 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 не успеем, не успеем, не успеем. Стой, стой. Так. Получилось. Вот так вот. Теперь надо узнать, что там находится. Конечно, получится. Душвара. Так, держись. Держись. О. Вот это да. Зачем было брать с собой столько добра? Фига себе тут, блин. Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Так, выпускает две стрелы подряд без необходимости. Давайте. Быстро нажав, отпустив. Прикольно. Сейчас попробуем на ком-нибудь.
Так. Ну что ж, поехали дальше. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. Так, крутим, крутим, крутим. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру. Так, давайте посмотрим, что там нам далеко еще. Так, а мы туда вообще идем, не туда? Нам куда идти? Туда, наверное, да? Да нет. Мы отсюда пришли. А, вон туда, все понятно. Давай, 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 давай. Опа! Здесь тут медведя не будет. Так, значит, мы нашли... Еще нам два документа надо. Меж тем этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздается их пение. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в орден с победой. Еще один день, всего только день, и я его настигну. Так. Нам туда, скорее всего. И осталось нам один документ найти. Походу, мы его где-то не нашли. Печаль. Советская база. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, всажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне.
Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Сейчас узнаем. Чуть за рыженька такая, интересно. Конопатенькая. Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим серию. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.